Сумма компенсации расходов при газификации внутридомового участка станет больше. Теперь она составит 90 тысяч рублей вместо 57. Соответствующий законопроект по поручению Сергея Миняйло уже внесли на рассмотрение парламента. Такая соцподдержка предусмотрена для отдельных категорий граждан. Это многодетные, малоимущие, семьи с детьми-инвалидами и ветераны. Чтобы получить такую помощь, семья должна быть включена в пообъектный план-график по газификации жилых домов. Его составляют в администрациях районов. Мы будем выдавать гражданину, семье, которая претендует, да, на эту помощь, сертификат номиналом 90 тысяч рублей и возмещать расходы уже самой газовой организации, которая возьмет на себя работы по подключению. То есть, ну, вы понимаете, что среди этой категории в основном малоимущие семьи, которые не могут и не имеют возможности вот эти расходы понести самостоятельно, а потом ждать компенсации. Поэтому принято такое решение.